запись, что он рассказывает. Он говорит, спрашивай, буду рассказывать. Сейчас только картинки подгружаются. Какой ритуал, какой, какая цель была у Роя, на его взгляд? Отработать принципы вампиризма на живых организмах, на высших живых организмах, на разумных существах. А зачем Рою вампирить? Каким образом получать энергию, если они тоже пытались перейти в твердое тело другой конституции, что ли? Так она же была в жуках. Рой был в жуках, Рой хотел перейти в другую форму, более развитую, более целесообразную для тех задач, которые были поставлены. А какая задача была Рою поставлена? Полный контроль, удержание душ и закрытие цикла инкарнации на той территории и над теми организмами, которые не принадлежат их структуре. Они хотели во всем Торе прекратить инкарнации? Ну, в той части территории, которая была подвластна им, чтобы инкарнация была только по их, не знаю, контролю, разрешению, как-то так. Да, я понял. А для этого зачем вампиризм? Вампиризм – это способ управлять душами. Цели того эксперимента были достигнуты? Нет, эксперимент был разрушен. Как? Почему? Исходники были поломаны. А исходники – это что? Механизм, который лежал в основе. А почему? Но сейчас он мне показывает какое-то течение и как не туда потекло, как назад возвратилось ручей. Это я не очень понимаю, что А это почему назад-то потекло? Принцип взаимодействия разрушен. Почему? Вот ручей назад течет. Что это значит, не знаю. Эта сила возвращается к источнику. А в результате чего он был разрушен-то? Как оно разрушилось? Почему изменилось? Изначальный алгоритм какое-то время работал, потом перестал. Почему? Ну, он говорит, что подавились. А кто это сделал? Когда? И как? Да, он говорит, что алгоритм был полностью разрушен. Алгоритм взаимодействия полностью разрушен, говорит. Нужно было отбирать, а не получить добровольно. Способ удержания души невозможен, если отдаешь добровольно. Почему сейчас это еще работает в случае с жертвоприношениями? Некоторое время работало. Люди сами принимают это. Говорит, тут все зависит от человеческой модели восприятия, что ли. Если человек хочет так поступать, именно так это и будет. А как это изменить глобально? Отказаться какой-то массе. Показывает, как вот так, туда можно стрелку. Не понимаю, о чем он. Какую стрелку, куда нужно. Информация о том сломе во всей Вселенной распространилась или нет? Информация о том сломе дошла в первую очередь до конструкторов этой ситуации.
И изначально она уже не работала. По Тору распространилась. Или что он говорит? Вот что говорит, то передаю. Все хорошо. Во все жертвоприношения, во все жертвы чуть-чуть моего кода добавь. Пусть добавляет информации о том сломе, о добровольности. Да, хорошо. Расслоение какое-то идет. Этот ритуал, этот механизм как расслаивается на разные пленочки, видишь? То есть нет связующей какой-то звена, связующей силы какой-то. Да, стержня. Насилие. Надо послать рок, горн, квантовый, промодулировать антивирусом, послать в каждую ампулу адренохрома и в каждый ритуал проходящий. Да, хорошо. Адренохром. Как его разрушить? Его действие сделать бесполезным. С ней говорит, что этот механизм ломает формулу адренохрома на эфирном плане. Потому что это уже не целостная структура, а как просто кусочки чего-то. Информацию об этом механизме слома в большой рог и пусть шумит, гудит, дудит на всю землю. Пошли и квантовых джинов почините, эти большие горны. Кто-то забил. Да, пошли. Спроси у синего, почему квантовые джины не чинят все автоматически. Они пытаются. Хорошо. Как повысить их эффективность? Он говорит уменьшить количество механизмов поломанных. Как это сделать? Я так понимаю, что просто говорит, что слишком много пытаются взломать. Сначала нужно уменьшить количество ритуалов. Как уменьшить количество ритуалов, чтобы у них не было возможности их проводить, чтобы они не работали? Они практически не работают. Эффективность ритуала составляет на уровне 12-13%, не больше от прежнего уровня. Поэтому они пытаются не качеством, так количеством нагнать. Как даже вот это уменьшить? Пока не предлагают вариантов никаких или... Хорошо. Поливалки. Одну поливалку в ритуал христианский. Причастие.
и в реальной энергии модулировать антивирусом информации о добровольности жертвы и в реальные масонские ритуалы на жертву. Как лопается некий пузырь, и вот эту энергию, вторая поливалка, тоже ее починить, обратная связь в христианство, в причастие. Хорошо. Достаточно, сейчас будем думать, как сломы уменьшить.